Доброго здоровочка, други мои, вы на канале Джек Хантер и добро пожаловать в наш скромный кинотеатр. Но сегодняшняя серия у нас произойдет, как обычно, в полях, всяких заброшках и так далее. Единственный момент, конечно, который нам немножко подпортил картину, это снег. Снег, снег, снег. Из-за него иногда качество видео страдает, к сожалению, это не убрать даже монтажом. Так что, братцы, извиняйте, если где чего расплывчато. Ну и вторая, короче, неделя такая, что я забыл дальномер. Поэтому все шоты были сделаны сугубо по сетке прицела. Поэтому указания от дальности до цели будут приблизительными. Вот, прошу понять и простить. А также огромный привет всем комрадам, всем злопыхателям, всем заошизам, всем, кто смотрит мой канал. Спасибо вам за ваши королевские лайки. Это огромная поддержка канала в его продвижении. А также за ваши сногсшибательные босяцкие комментарии, без которых вообще вот просто я уже не могу. Поэтому пишите больше, мне очень приятно все это читать. Так что все, больше трындеть не буду. Поздравляю всех с праздником. Ну, все, думаю, догадались, каким. Вот. Ну, давайте уже поедем, пошелкаем наших всяких таких вредителей. Ну, а кто не знает, почему этот канал создан, мы отстреливаем здесь вредителей. Врановых и еще раз врановых. Также хочу поблагодарить лично Эдуарда и его компанию Эдган за создание вот такого чудесного вакцинатора. Низкий вам поклон, ребята, и будущих творческих успехов. Также в этом ролике была использована вот такая вакцина. Рекомендую, Юра из Богучара. Все ссылочки будут в описании. Ой, братцы, какая красивая белобочка сидит. Ух ты! Ну, точнее сказать, сидела, потому что ибо нефиг. А тут, значит, ее подружка любопытная подлетела. Посмотрите, а что за суета? А что за снег полетел, а? Ну-кась. Ну, в общем, и эта сорока, продемонстрировав нам свои крутые такие вообще навыки эквилибристики, полетела, ну точнее покувыркалась вниз до кучи, посмотреть, чего же там делают еще две штуки. А тут я, братцы, немножко лоханулся без дальномера, но был бы дальномер, засадил бы четко. Читал тут, братцы, ваши просьбы, отзывы, комментарии, в общем, личные сообщения ВКонтакте, и многие спрашивают, а можно ли охотиться, ну, на ворону, там, на всякую фигню,
с лазерным целеуказателем. Там красный, там у него зеленый цвет, ну, в зависимости от комплектации. Ну, для того люди спрашивают, я думаю, что у них нет денег на обычный прицел оптический, и в виде вот этой указочки на недалекие расстояния, можно ли или нет. Ну вот я, братцы, занялся мыслью, взял, короче, подствольный, так скажем, веберовский целеуказатель, прицепил и протестировал. И вот смотрите. Вот Карлуша, дистанция до нее 30-35 метров. И, как видите, она меня не видит, спокойненько сидит, ни о чем не подразумевает. Абсолютно ни о чем, потому что, ну, ей похеру. И вот я включаю лазер. И, как видите, она тоже не реагирует. И только когда я навел ей в глаз, она слетела. Это день, так что смотрите сами.
Да, братцы, вот такая вот неудача у Гидра Карловича. Мало того, что упал, спотыкнулся там, может, чё как, так еще и поездом убило. Ну, в общем, бывает, бывает. Ну, а я уже как бы мчу домой, братцы, вот такой вот насыщенный денечек получился. Хочу вам сказать огромное спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Огромное вам всем спасибо, что участвуете в наших конкурсах, поддерживаете канал всякими пожертвованиями, монетками и так далее. Огромное вам спасибо. Вот. Поэтому, конечно, я с вами не прощаюсь. Вот. Скоро, наверное, уже выйдет и следующий фильмчик, который тоже уже на рабочем столе. Ну, я, к сожалению, не могу делать быстро. Для меня это сложновато. В общем, братцы, поддержите комментарием этот ролик. Напишите свой вот босяцкий королевский комментарий обязательно. И поставьте обязательно свой королевский лайк. Это тоже, как ни странно, но помогает развитию канала. Вот. Ну, и что могу еще сказать? Хочу всем пожелать здоровья, удачи по жизни. И не забываем, что уже вороны вьются. Скоро корзиночки, братцы. Помечаем, помечаем локации. И, в общем, всем добра. До новых встреч. Всем покедова. Ой, братцы, чуть не забыл, ну чё у меня уже старческий склероз. Да, у нас же надо выбрать 3 лучших комментария, точнее не выбрать, а понять, кто из них получил по бесплатному билетику на конкурс, да? Ну давайте-ка пойдем посмотрим, потому что, ну, комментируют ребята от души, ну а почему бы мне их не отблагодарить? Вот, давайте посмотрим. Так, ну, в общем, братцы, заходим на наш канал, вот он тут такой красавчик, да, но я захожу, видите, не авторизован, то есть я не вхожу в аккаунт, чтобы не было вопросов, что как это видит обычный пользователь, который даже не зарегистрировался, вот. Все, заходим, вот наш видосик, там бла-бла-бла, все, смотрим, да, выбираем, вот, по популярным, только по популярным, и вот что мы видим, итак. Первый комментарий Павел Бог, второй Юрий Петров и Михаил Тюрин. Итак, ребята, я вас поздравляю, вы получаете по бесплатному билетику на действующий конкурс по Лёле и Моти. То есть Лёля 2, Отган и Матадор. Этот сейчас у нас ВКонтакте конкурс проходит. Так что залетайте, отмечайтесь, пишите в личку, что это вы такие вот красавчики. Ну а всем остальным я желаю удачи, комментируйте с душой, и, возможно, и вы получите по бесплатному билетику. И вам хорошо, и мне приятно. Ну вот теперь все. Всем до новых встреч. Всем пока.